Ну а теперь обо всем подробнее. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике. О результатах работы МВД по недопущению и пресечению фактов нецелевого использования и хищения бюджетных средств доложил временно исполняющий обязанности министра Сергей Карпов. В результате проделанной работы в первом полугодии 2017 года правоохранительными органами республики выявлено 416 преступлений, связанных с освоением бюджетных средств, в том числе в крупном, особо крупном размерах 150, тяжких, особо тяжких 247, окончено производством и направлено в суд 139 уголовных дел, установлено 149 лиц, совершивших преступлений этой категории, привлечено к уголовной ответственности 84 лица. Рамазан Абдулатипов подчеркнул, бюджет – это экономическая основа государства, и рациональное использование госфинансов должно быть приоритетом. Очень правильное предложение, что надо нашим контролирующим органам, счетной палате, агентству взаимодействовать правоохранительными органами. Без взаимодействия с правоохранительными органами конечного результата не будет у них. Далее участники разговора обсудили меры по противодействию коррупции в сфере образования и здравоохранения. Так, во всех медучреждениях проводятся разъяснительные работы с сотрудниками о недопустимости получения взяток. Это очень важный вопрос, и очень много сделано за эти 4 года, чтобы вернуть доверие общество к медицине и к медицинским работникам, но все-таки встречается, когда врачи, медицинские учреждения свои личные интересы ставят выше, чем интересы больного человека. В завершении совещания Рамазан Абдулатипов отметил, в республике проделано достаточно много работы по противодействию коррупции.